На этой неделе выпускники 11 классов узнали, как сдали экзамены. Пока результаты опубликованы по химии, литературе и русскому языку. Максимальную оценку 100 баллов получили уже больше 20 мытищинских ребят. Рейтинговыми предметами среди отличников стали русский язык и литература. 14 человек блестяще справились с русским языком, 8 ребят с литературой и 3 с химией. Стобальниками могут похвастаться 1-я, 6-я, 10-я, 17-я, 19-я, 27-я, 28-я школа и 15-й лицей. Самые лучшие результаты пока у 6-й школы. Там уже 12 выпускников с высшим баллом и даже есть мультибальник. Поздравляем ребят и обязательно расскажем о них на следующей неделе.